Йоу, всем привет, мои друзья, и снова с вами Макс Травер, и вы на канале о путешествиях. У нас продолжается эпопея с байдарками, и сегодня мы едем искать утопленный телефон, а также пропавший нож. Мы примерно понимаем, где находится по локации, попробуем это все найти, обыскать, пройти вдоль речки. В общем, будет интересно. Ну и, конечно, пожелайте нам удачи. Сможем ли мы найти, узнаем чуть позже. Ну а пока поставь лайк, подпишись, если ты не подписан, напиши комментарий. И если ты хочешь поддержать проект, то под видео будут всякие ссылочки. Ну а сейчас приятного просмотра и погнали! Вообще, мне кажется, эта движуха с каяками была интересна. Так что, если реально понравилось, то поставь плюсик в комментариях, и мы повторим. Ищем, где мы потерялись, где мы что делали. О, прикольно, здесь кот. Мне кажется, надо дальше еще идти. Идем, потому что примерно по видео мы знаем, где потерялся нож. А где нож твой? Выпал нож. А также примерно мы представляем, где потерялся телефон. Юра, ты предупреждай, я хотя бы камеру буду включать. Сегодня отличная погода для каякинга. Надо было продолжать, не сдаваться. Охрененно, блин. Тоже полянка такая. Похожая что-то. Тропы какие-то есть. О, мне кажется, мы уже ближе к тому месту, где Юра купался. Так, ну оно же должно где-то быть утрамбовано. Да, точно здесь купался. Так, Юра будет искать нож, он где-то здесь, мы пришли сюда. Юра, давай! Холодная? В общем, он сможет, мы верим в это. Друзья, поставьте лайк, потому что мы стараемся для вас. Давай, Юра. А больше мы нигде там не вставали? Нет. Значит, нам так идти. Ну вот мы как-то по этой же тропе вышли. Вышли. Да, вот смотри, я здесь перетаскивал каяк, точно. Давай. Фу, блин, крапива еще. Стрекается, сука. О, здесь даже какая-то скорость начинается. О, есть? Это палка, да. Не, нам все туда, все правильно. Да. О, высоко сижу, далеко гляжу. Вот бревно, смотри. Ты его переплыл. Это видео у меня есть. Сейчас мы выйдем куда-нибудь. Тут такое чувство вообще, что животные постоянно лазили. Аккуратно, Юра. Не, нихуя. Я лежал, блядь, потому что я здесь нахуй. А я вот здесь провалился. Черт возьми! Да, вот оно. Вот здесь. Здесь нет, по-моему? Да. Вот ты каяк вот так ставил, ты как-то перешагивал. Поэтому у тебя и вода там. Блин, первые потери. Ножик уплыл. Друзья, это, блядь, суровый каякинг. А, убрать эти. Вот палка. А, вон там. Мы это сделали. Отмылся родненький. Хотя бы его нашли. Ну хорошо, клеит, да? Ну нормально. Приехали еще одно место, где, по нашим предположениям, Юра уронил свой телефон. И вот здесь был наш финишный
Следующий раз можно начинать отсюда же гребсти. Да, днем, конечно, смотрится так все легко и просто. Ну давай просто пройдемся, посмотрим. Все. Ну вот здесь ты окунулся еще раз. Да. Ну. Ну почему мы не можем просто поржать? Это каякинг Беларуси, суровый, сука, каякинг. Да, вот здесь я его еще перетащил, каяк он сюда. Здесь у тебя еще бумага вылетела. Ну вот, по идее, где-то... Вот здесь мы хотели уже спускаться дальше. Надо было, видишь, лагерь здесь бить. Точнее, надо было около бетонного моста бить лагерь. Что было? Возле на доске? А нет, доска в стороне. Ну, что-то. Гвоздь? Нет. Не ищешь. Ну, пробуй. Ясно. Нет, это смазка. Где-то здесь. Юра глотнул фанты и решил, что ему все по колено. Вода. Может, гидрокостюм? Хер. А че он не звонит тогда? Не было приема? Как вы увидели уже видео, мы нашли телефон и нашли мы нож. Хорошо, что мы видеоблогеры, потому что все я снимаю. И благодаря вот этим съемкам мы, конечно, и вычислили, где что происходило. Поэтому главное снимать, как было в песне, я всегда беру видеокамеру. В общем, телефон работает, он пролежал 2 дня, приема не было, мы пытались на него звонить. Почему не было приема? Ну, может быть, глубина там 0.5 метра. Это было критично для Huawei. Huawei в итоге телефон выдержал, и Юра его, в принципе, подсушив, уже даже вечером звонил мне с этого телефона. Так что все было удачно. Думаю, что мы продолжим еще раз дальше. Ну и, конечно, в ближайшее время будет уже поездка на автодоме, ремонт автодома, а на автодоме мы поедем на рыбалку. Ну и, конечно, попробуем еще каякинг. В общем, спасибо, что посмотрел. Не забыл подписаться, а также написать комментарий. Ну и кто, если хочет поддержать, то под видео все ссылочки для поддержки канала Max Traver. Всем спасибо и пока!